Выкручивание рук. Ну, а после того, потом, сколько я единственный, кто не понимает. Тебе уже все садись. Потом все узнаешь. Позвонишь по телефону. Я могу. Ну, аккуратненько. Как вас зовут еще? Я не смог снять со стойки, потому что руки... И у меня все, я так испугалась. Потом договорились. Они повернулись. А я вас ждала, понимаете, Семен? Спасибо. Спасибо. Как, простите, вас зовут еще раз? Меня зовут Семен, фамилия Величко. Я же говорю, береги руку, Сеня, я понял. Как фамилия? Так вам как бы... Величко. Семен, придется все-таки решить, куда вы, собственно говоря, будете двигаться дальше. Как я понял, вы пойдете к нашей дорогой Полиночке. Вы знаете, абсолютно уверены в этом? Я почему говорю, я не могу сейчас выскочить, так как, Полин, я старый человек, пока дойду, упаду. Не надо, не надо. Мы можем вас вывести. Или вынести. Вы знаете, что выбор, сделанный здесь, не считается. Да. I'm sorry, Jerry Berry. Поля, мне хорошо, я не повернулся, потому что мне показалось, все было чуть-чуть ниже. А отношу это только насчет, мне так удобнее, чтобы вас не ругать. Отношу это только насчет того, что вы плохо слышали аккомпанемент. Мне очень понравилось, все было очень с настроением, с хорошей подачей, там где-то неточности, но в общем эмоционально очень хорошо. Модненько. Спасибо. Что могу сказать? Полине повезло. Мы еще пока не услышали точного ответа. Абсолютно. Вы знаете, я хотел бы сказать, что у меня есть одна мечта. Нет! У меня есть одна мечта спеть с одним человеком, дуэтом. Ну, как бы, я не знаю, сбудется она или нет, но я надеюсь на это. Это Полина Гагаринка. О, слава богу. Ты боялась, ты переживала. Спасибо, Поля, спасибо. Тогда вопрос снимается сам по себе. Ура! Извините меня, бывает, случается. Бессовестно.